отношения никакого не имела вообще к парикмахерскому искусству и не собиралась, и не планировала. Всегда считала, что парикмахеры – это двоечники-неудачники. И если у тебя все не сложилось, то ты точно парикмахер. Победительница всероссийских и мировых чемпионатов по парикмахерскому искусству, любящая жена и мама, жительница Химок Марина Горбачева своим примером доказывает, что никогда не поздно найти работу по душе и доказать всему миру, что ты лучшая. Марина, расскажите, как правильно называется ваша профессия? Спасибо, какой хороший вопрос. Дипломированный художник-модельер по прическам, дизайнер, стилист. То есть тут уже дошла до всех регалий, каких только было можно. Марина, а сколько лет вы уже занимаетесь парикмахерским искусством? В профессии я уже 18 лет, скоро будет 19. Расскажите, как вы пришли в эту профессию, что вас подтолкнуло, возможно, был какой-то интересный случай? Действительно, случай был очень интересный. Я сидела, в это время был перерыв на работе, и сидела, пила кофе, смотрела на просторы интернета. А кем вы работали? Я работала декларантом на таможне. И мне попадается прическа. То есть я чуть не подавилась этим кофе, это так и было. Я думаю, да не может быть, что это, неужели такое можно делать? И у меня просто проскочила мысль, что я буду делать вот именно эту прическу. Не знаю как, что. Марина, я знаю, что вы увидели тогда на экране, правильно, это была роза, роза из волос. Что-то похоже на вот эту прическу. Да, все верно. Это вот примерно была такая работа, это работа ученицы данная. Я действительно увидела розу. Увидела розу, и у меня просто все перевернулось, весь мир. И в течение года я изменила буквально все в своей жизни. И начали первые курсы, вторые, третьи, четвертые. Академию Георгия Васильевича Кот закончила, поехала в Сочи. То есть я тот самый сумасшедший парикмахер, который учится бесконечно. Если я не занята преподавательской деятельностью, я остаюсь практикующим мастером. И в свободное, соответственно, время работаю с клиентами, с моими любимыми клиентами. И предоставляю весь спектр, соответственно, услуг. Это и окрашивание, и стрижки, и прически, и укладки, и лечение, и восстановление. То есть люблю все. У вас есть школа парикмахерского искусства Марины Горбачевой. Когда она появилась и чему в ней можно научиться? К самой школе я пришла не сразу, все было постепенно. Сначала конкурсное движение, которое для меня было чем-то таким непостижимым, и я этого очень боялась. Как оказалось, это и дало мне, по крайней мере, толчок в моей профессии очень сильный. Один конкурс выиграла, второй конкурс выиграла. А потом такой вот значимый, даже кубок вот здесь есть, гран-при был у нас конкурс «Невские берега». Я поняла потом, что я готова, что я хочу преподавать. Ведь бывает много учителей разных, да, но передать знания они не могут. Вот. А я поняла, что я могу. Могу с нуля объяснить так, что человек может сделать прекрасную работу. И, соответственно, школа появилась в 2017 году, после того, когда я взяла гран-при и была уже готова к этой деятельности. В сентябре этого года Марина Горбачева попала на чемпионат мира по парикмахерскому искусству и вошла в пятерку победителей. В соревнованиях приняли участие команды из 56 стран. Это огромное достижение не далось нашей героине просто так. Получилось целое приключение, подходящее для остросюжетного фильма. И наконец-таки сбылась моя мечта. Я попала на чемпионат мира. А туда, как понимаете, не так просто попасть. Это нужно и отбор пройти, и выиграть региональные чемпионаты. Да? На чемпионате мира я вошла в призовые места, заняла 5-е место. Вот тому подтверждение. И это моя большая заслуга. И не только моя. Конечно, это работа тренеров, команда. Наша команда была одна из самых лучших. Ребята дружные, скрепленные. То есть все друг другу помогали, как могли. За месяц до этого чемпионата у Марины отказала рука, но она не сдалась. Делайте все, что можете, но восстановите мне руку. Месяц мне запретили работать,
сказали, ничего не делать, капельница гормональная, все такое, понимаешь. И я уехала там в Сочи, поехала смотреть, просто отдыхать, Эльбрус, чтобы только не работать, но как-то вдохновиться. И уже за неделю до чемпионата я была в Барнауле у своего тренера с перебинтованной рукой. Но я тренировалась до последнего, понимаешь? Ну, как могла, не в полную силу. Вот. И уже команда улетела, а визы нет. Билет куплен, визу не дают в этот день. Я покупаю билет на второй день с уверенностью, что завтра мне точно визу дадут. Оббиваю там пороги, визы нет. Я покупаю на следующий день билет и верю, что дадут мне визу эту, понимаешь? Какие нервы, какое вот это все было. А визы нет. Я уезжаю с этого визового центра, они мне говорят, ну нет ваших документов. Я не понимаю вообще, что происходит, то есть команда уже улетела, я вся на нервах, я так хотела туда попасть. И думаю, ну, наверное, другой раз не судьба. Подъезжаю к Химкам, и мне приходит сообщение, ваши документы готовы. Я возвращаюсь, буквально навигатор нам перебиваю, у меня час дороги, и я не очень хорошо знаю, на самом деле, Москву, и тем более он там сейчас работает не очень. Я чудом туда заскакиваю за 4 минуты до конца их рабочего дня, и говорю, где мои документы? Но мне отдают документы. Звоню в турагентство, говорю, сбрасывайте мне мой билет, мне дали. А мне говорят, мы подумали, вам не дали визу, и сбросили ваш билет. Билеты все невозвратные. Это уже, конечно... Я еду все равно и думаю, а что же делать? Ну, честно говоря, уже денег нет, финансов нет, это не доехать, не до Питера, а до Парижа билет. И я просто звоню своим клиентам любимым и говорю, СОС, помогите мне улететь в Париж. Это вот так все было. Да. И не поверите, не нашлись добрые люди, мне покупают билет в Париж. Из-за того, что визу вовремя не дали, Марина опоздала на часть соревнований. Была заявлена в 3 номинациях, но успела только на 1. Номинация называлась «Техническое плетение». Откровенно говоря, она для меня даже самой была новая. И она была новой на чемпионате мира. Ее запустили в этом году. Я не собиралась вообще в ней участвовать, но тренер настоятельно сказала, а давай попробуем. И я думаю, тренеру виднее, я привыкла доверять людям. Вот. И вы не поверите, эта номинация меня вывела на такой вот пьедестал, можно сказать. Я даже не могу передать эти эмоции. Во-первых, я не сразу поняла, что меня объявили. Я стояла такая счастливая от того, что я уже попала на этот чемпионат. И я снимала, и была в восторге за всех, кто там участвовал, аплодировала, там все так прекрасно, представление. И уже тренер говорит, Марина, тебя назвали. И я побежала с таким этим, я летела, эмоции, ну счастье, небывалые силы, победы, тем более это сборная России, ты за Россию выступал, это такая ответственность, это не то, что ты сам, да, а за тобой вся страна, я очень была горда, эмоции были самые, что ни на есть, счастливые. Потрясающая история, Марина, но хотелось бы какое-то наставление от вас для девушек, женщин, кто мечтает, может быть, сменить профессию, сферу деятельности, но боятся, что ничего не получится. Вы знаете, я поняла одно, что нужно заниматься любимым делом. То ли это работа, то ли это хобби, я не знаю. И тогда действительно не приходится напрягаться, уставать, потому что ты оказался там, где ты должен быть. И ты чувствуешь себя там прекрасно. Не надо бояться, если чувствуете какой-то дискомфорт, я уверена, нужно смело все менять, бросать. Будет трудно, тяжело, но с каждым шагом будут открываться все двери. Что касается меня, я, можно сказать, девушка, женщина с маленького городка, Брянская область, город Дядьково. И, казалось бы, живи себе там спокойно, стриги, но нет. Я хотела перебраться и жить в Москве, и чтобы ко мне прилетали ученики со всех уголков России, что и происходит. Спасибо вам за эту беседу, очень интересный у вас и насыщенный путь. Но, конечно же, хотелось бы узнать, получится ли на моих волосах соорудить вот такую красоту. Давайте мы с вами попробуем, и вы увидите эту самую розу, в которую я влюбилась.
процессе создания розы мы продолжили приятную беседу, обсуждая актуальные и популярные прически. А какие вот модели причесок самые востребованные среди клиенток? Это локоны, это пучки. То есть любят накрутки, да? Любят пучки низкие, высокие. Иногда, но это чаще всего пучки высокие, низкие. В любом дизайне, без разницы. То есть с украшениями, без, хвосты и локоны. Дальше была краткая инструкция к розе и активная работа. Все очень точно по плану, да? Это идут разделения, в нашем случае от уха до уха. Завязываем хвост в нижней затылочной зоне. И дальше начинаем работать с хвостом. Подкрутим его, чтобы он не был прямым, да? И выполняем лепестки, бутончик. Уже пошли элементы, составляющие прическу. Здесь определяемся с пробором. Мы спрашиваем: Лена, как тебе устраивает, допустим, да? Прямой, косой. Выделяю зону челки. Как говорит парикмахерская мудрость, 7 раз расчеши, 1 раз положи. Главное правило Марины Горбачевой – чистота работы. Поэтому каждой пряди, каждому волоску особое внимание. Ловкость рук, немного времени и результат радует глаз. Последний штрих. Убираю зажим. И наша прическа готова. Ух ты, вот это красота! Настоящий шедевр. Спасибо вам за эту прекрасную работу. Желаем вам успехов и также вашим ученикам новых побед на всероссийских и мировых чемпионатах. Лена, спасибо вам большое за уделенное время. Мне приятно было с вами пообщаться, рассказать о себе.